Доброе утро всем. Нам пришли наши гости, не гости, тире друзья постоянные, кто наблюдает за Юлией и за Каштанчиком. Каштанчику только что убрали с брюшной стенки жидкость, осытную жидкость, которая создает большие нарушения в жизни Каштанчика. После удаления жидкости Каштанчик в прошлый раз что делал, Юля? Качался, игрался, ему стало лучше. При этом Юля попросила на правах рекламы, говорит, давайте мы сделаем рекламу нашим котятам. Смотрите, вот такие вот ребята, которые хотят в добрые руки. Ребята ставили в коробочке на улице Долгая, возле заброшенного санатория, просто при дороге вот так вот. И 2 дня они там сидели, про них все писали в Фейсбуке, но... Поэтому, если вы хотите не только слышать, но и ощущать красавцев таких, которых оставили при дороге, такие истории тоже есть. Это мальчик. Можете забрать кого-то из них, либо всех сразу. Тогда у вас будет 3 добрых дела. Это 3 котенка, мальчик. 3 добрых дела. Это девочка. Девочка вот серенькая. Стерилизуем, прививки сделаем. Все вот как так положено. Видите, формам поможем. Опции сразу прибавляются. Поэтому, пожалуйста, рассматривайте. Кто долго хотел, но не решался, сегодня у вас есть такая возможность. Очень ласковые, к лотку приученные. Все, уже все опции есть. Пожалуйста. Поэтому сегодня вот такая вот история и вот такая вот реклама для всех вас. Вот наши друзья уходят. Каштанчик, Юлия, другие друзья идут к нам. А вот такая вот история.